А сейчас о ситуации с коронавирусом в регионе. За последние сутки плюс 189 новых случаев заражения. Выздоровело 196 человек. В больницах с COVID-19 сейчас находится 1067 пациентов, 56 на аппаратах искусственной вентиляции легких. К сожалению, коронавирусная инфекция унесла жизни еще 6 наших земляков. Что касается вакцинации, первично привито уже 3468 человек. Полностью первым и вторым компонентами вакцины 964 жителя региона. На вакцинацию от COVID-19 уже записались 11 849 человек, плюс 989 за сутки. На брифинге дали пояснение по факту заноса COVID-19 в Ливинский психоневрологический интернат Грайворона. Все работники прошли тестирование на коронавирус. У всех были отрицательные результаты. Но позже инфицирование все-таки появилось у одного из сотрудников. По итогам повторного тестирования у нескольких человек выявлены бессимптомные формы COVID-19. Инфицированные пациенты и сотрудники помещены в красногвардейский ковидный госпиталь на изоляцию. В самом психоневрологическом интернате проведена дезинфекция. Проводится еще дополнительное обеззараживание воздуха помещений. Прием пищи изначально был разобщен по палатам, поэтому проживающие не принимают в общей столовой. И персонал сегодня одет в средства индивидуальной защиты, в так называемые СИЗы. Таким образом, по нашему мнению, на сегодняшний день все необходимые мероприятия приняты, поэтому все находится под контролем.